Итак, горнолыжный курорт «Газпром», Лаура, 1 апреля 2017 года. Мы совершаем заключительный спуск в час дня, да? Немножко мокровато, конечно, но тем не менее трассу можно считать приемлемой. Бонзай! Апрельское катание можно считать успешным. Первоапрельское. С Новым годом! Аналогично. В завершении сегодняшнего катательного дня должен сказать следующее. Катать в апреле можно. И даже в таких низах, где расположен курорт «Газпром» Лаура, тоже вполне можно. Но надо выходить прямо с первой минуты на склон, с самого раннего утречка. И максимум до 12 часов дня. Вот сейчас я спускаюсь. Час – это уже предел. Дальше, конечно, каша. Очень радует, что практически нет народу. То есть те люди, которые сейчас там есть, это можно даже сказать, что их нет. Не считается.
На одном из участков трассы, который я сегодня снимал, в первой части трассы вообще пусто, то есть едешь абсолютно один. Ни сзади, ни впереди никого. Это замечательное ощущение. Так что катайте. С учетом ближайшего похолодания, а в апреле оно еще будет, нужно выцеливать погоду. И если попадете сюда именно в похолодание, вот это будут великолепные несколько дней, которые стоят, может быть, даже всего сезона здесь. Ну и, само собой, недорого. То есть катание все вместе со стоянкой обходится, 1500 рублей до полудня. Это здорово.